В минувшие дни в Каспийске чуть не утонула 16-летняя девушка, которую спас студент энергетического колледжа, спасатель города Каспийска Мурад Алиев. Парень молниеносно отреагировал и поплыл вглубь моря на помощь к утопающей. Как рассказывает Мурад, он и подумать не мог, что в конце дня в море кто-то окажется. Случайно, можно сказать, посмотрел вдоль вот тех камней, смотрю, руки наверх подняты и голова чуть-чуть торчит, вот так, наверное, торчит из-под воды. Я не обратил внимания, я думал, пловец, у нас часто заплывают далеко, поэтому особо не обратил внимания. И потом как-то глазами нет-нет смотрел туда и параллельно занимался своими делами. Смотрел глазами туда и видел, что моментами руки то уходят, то заходят, и голова точно так же. И точка стоит на месте уже неподвижно. Увидев в море девушку, Мурад не сразу понял, что ей нужна помощь, но все равно решил проверить и отправиться к ней на гидроцикле. Доплыв до назначенного места, он вытащил ее из моря и оказал первую помощь. Когда подъехал, она уже была очень уставшая, воды напилась уже, можно сказать, сил не было. Я еле как ее поднял, сил не было у нее. Она задыхалась. После такого происшествия Мурад очередной раз убедился, что спасатель – это призвание, хоть и работает он в этой сфере уже 5-й год, а также параллельно учится на факультете защиты от чрезвычайных ситуаций. Поступить на это направление он решил после подобного происшествия. У нас 3 года назад случай был. Также помогли одному парню, чеченец был, помогли ему. И как-то интерес проявился к этому. Я подал заявку в колледж, меня приняли. И мне, я дальше уже развивался по этой теме. Сейчас Мурад планирует завершить учебу и войти в ряды МЧС. Ведь, как отмечает парень, для него важно приносить пользу своему народу.